Я приветствую все собрание, приветствую всех пришедших на это место увидеть славу Божью, поклониться Господу, сотворившему небо и землю, все видимое и невидимое, все, что их наполняет, все, что наполняет небеса, поклониться Богу, прославить Его имя и послушать, что Бог, пришедший на это место, разделить общение с нами, положит в наши сердца. Любовью Господа Иисуса Христа я приветствую все собрание. Давайте вместе скажем слава нашему Господу. Слава Богу! Каждому из нас сегодня это желание пришло разными путями, и каждый из нас на это по-разному реагирует. Кто-то в своем сердце ожидает это, начиная, может быть, еще с понедельника, когда же будет воскресный день. Я опять приду в храм Божий, буду общаться с Богом, буду видеть славу Божью, пребывающую на Божьих детях. Другой забывает об этом, крутясь в водовороте жизни, и когда приходит ему на сердце напоминание: завтра воскресенье, завтра в 10 часов утра будет собрание. Он спохватывается, но тоже с радостью говорит: наконец-то, есть возможность оставить всю суету, эти думки все земные, и сидеть и слушать Бога, радоваться тому, что Бог будет вкладывать в мое сердце. Другому позвонил сосед или верующий друг и сказал: ты не хочешь завтра быть в служении? Ох, у меня много дел, ох, огород не убран, ох, свекла еще не выкопана, и так далее, и так далее. Но настойчивый в любви друг скажет: слушай, это не кончится никогда. Давай о главном позаботься, о спасении своей души. Ах, ну, впрочем, да, поеду. Ну, ладно, хоть так. А другой кто-то сказал: нет, не поеду, не жди меня, что там делать среди вас? Ну, ладно, нет, так нет, не хочешь, как хочешь, дело твое. Положил трубку телефона, а сам стал молиться за него. И тот утром решает: что же я так грубо ему сказал? Конечно, я пойду, хоть краем уха послушаю и глазком хоть своим посмотрю, чего они там делают. И так разными путями Бог собрал нас на это место. И давайте ему скажем слава Богу. Слава, слава Богу! И благодарность Господу, что эти часы мы решили провести у ног Иисуса Христа. Не в каких-то языческих там делах, не в какой-то суете, которую нам и нужно вообще-то делать, а мы решили это время провести у ног Бога, прильнуть к Его сердцу, к Его груди, послушать, что Он будет говорить к нашему сердцу, научиться у Него полезному, тому, что животворит наше сердце. Не то, что пища для ума, какая-то новое знание, у нас так этого хватает, но то, что пища для сердца, вот это мы пришли взять от Бога на этом месте. Слава Господу! И у Бога этого в великом множестве для нас, у Него бескрайнее множество для нас благословений, и Он хочет нам их отдать, как своим детям, своему народу. Я хочу прочитать из 65-го псалма несколько стихов, которые помогут нам сосредоточить свое внимание на поклонении Богу и быть внимательными к Его Слову. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему, скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои, вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему». «Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего, провозгласите хвалу ему». Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Слава нашему Господу! Народ израильский знал, как славить Бога. Бог их этому научил, как нужно славить и величать Бога. И вот по-разному люди относятся к славе Бога. Одни дерзают ее нарисовать. Берут золотые краски и думают: сейчас нарисуем славу Бога. Рисуют какой-то светящийся или не поймешь, какое-то пятно
над изображениями и думают, что это слава Бога. Другие берут лист какой-то поблескучий, начинают на нем что-то вытеснять, рисовать, приклеивать куда-то, думают, это слава. Но петь Богу славу, как говорит Слово Божье, возвещать славу Богу, хвалу Ему воздавать. Бог учит, что этому должен заниматься Божий народ. Он должен знать, как это делать. И вот мы собрались с вами, чтобы прославить Бога, чтобы достойной хвалой возвеличить Его имя. Здесь сказано о том, что это Он нашей ноге не дал поколебаться. Это Он нас продолжает сохранять верующими и уповающими на Него. Слава нашему Господу! От малого до седого Он всем дает силы оставаться верными, поклоняясь Богу и живя как Божьи дети на этой земле. Слава нашему Господу! Я хочу вместе с вами перед Богом преклониться и верить Ему свои сердца, чтобы из наших сердец и уст полилась Ему слава и хвала, такая, которой Он достоин, как Бог. Слава Господу! Вставши будем молиться. Аминь.